Привет, мои дорогие зрители! Мы с вами долгое время не встречались, а тем временем на канале уже более 1000 подписчиков. Спасибо вам за то, что смотрите ролики, комментируете, покупаете мою керамику. Это очень ценно для меня, благодаря вам я понимаю то, что все делаю не зря. Что же новенького произошло за эти 3 недели? Я всегда подозревала, что Озон меня полюбил, и, как оказалось, я была права. За все время работы на Озон у меня было 0 негативных отзывов, 0 возвратов, 0 опозданий. Поэтому Озон наградил меня и вас, получается, невероятными скидками. Так, например, эту чайную пару «Мотылек» я продаю за 3400, но Marketplace делает от себя скидку, и сейчас эта чайная пара стоит 2900, а расписной чайник, который стоит около 6000 рублей, на Озон продается за 4600. Друзья, я оставлю ссылку на магазин в описании. Заходите, покупайте с большими скидками. Радуйте себя и близких красивой керамикой. Это видео будет посвящено лепке горшочков на заказ. Я продаю не только свою готовую продукцию, но также изготавливаю посуду и предметы декора для вас по вашим пожеланиям. Недавно ко мне пришла девушка на мастер-класс по гончарному делу и рассказала, что давно мечтает о необычных горшочках для цветов. Я предложила ей их изготовить. Так совпало, что через 1,5 недели у ее дочери день рождения, и эти горшочки предназначаются этой малышке. Представляете? Даже не верится, что в эти изделия ребенок будет впервые сажать цветочки. Это прям какое-то волшебство. Начинаем изготовление горшочков с нарезки глины. С опытом я уже представляю, сколько глины понадобится на изделие. Так как кашпо будут довольно большими, глины нужно много. На горшочек с горошинками примерно 2,5 килограмма. На мудрого сенсея поменьше 2 килограмм. Проминаем глину и сразу создаем из комочков конусы, чтобы было удобнее начинать работать с гончарным кругом. Я занимаюсь гончаркой давно, руки у меня уже сильные, и я могу работать за гончарным кругом с большими весами. Начинающим керамистам, конечно, будет тяжело взять такой вес, поэтому советую начинать с небольших комочков. Начнем с гончарки кашпо с горошинками. Сначала центруем глину. Для этого поднимаем и опускаем конус несколько раз. Так как глины много, конус получается большим. Подробно про центровку глины я рассказывала в ролике, который сейчас высветится на экране. Поэтому в этом видео я буду рассказывать про создание изделий за гончарным кругом в обобщенном виде. После центровки глина больше не бьется об руки, поэтому можно начинать постепенно создавать отверстия. Прокалываем так, чтобы осталось донышко, после чего растягиваем стеночки на себя и расширяем дно будущего горшочка. Теперь можно начинать поднимать стеночки постепенно вверх. В этом движении важно вертикально вести руки вверх, чтобы стенку не вело в бок. Когда изделие достигло своей высоты, нажатием изнутри немного его расширяем и создаем подобие сферической поверхности. Вверху наоборот, нужно стеночку немного загнуть вовнутрь. Теперь нам нужно создать имитацию ручной лепки. Для этого я пальчиками прохожусь по всей поверхности и как бы мну форму. Здесь главное не передавить, чтобы стеночки не стали очень тонкими. Форма готова. Немного ее подсушим. После сушки срезаем леской и ставим на стол. По тому же принципу гончарим второй горшочек. Я хочу вас оставить буквально на пару минут, чтобы вы могли насладиться полностью процессом работы за гончарным кругом и послушать красивую музыку. Надеюсь, вам понравилось наблюдать за процессом. Теперь мы можем начать декорировать горшочки. Начнем с первого изделия. Здесь все несложно, просто катаем шарики и прикрепляем на шликер. Второе изделие уже посложнее. Я не стала снимать на видео, как создавала левую часть лица, потому что она была экспериментальной, и я ее отправляла на согласование заказчику. Мало ли что-то не понравится, и тогда придется все менять.
Но заказчика все устроило, поэтому на правой части лица мудрого сенсея я покажу вам, как все лепила. Начнем с бровей. Здесь я катаю маленькие жгутики, немного зауженные с одной стороны, и прикрепляю. Теперь начнем лепку глаза. Как видите, я заранее создала на кашпо углубление под глаза, чтобы лицо выглядело более объемно. Сначала прикрепляем глазное яблоко. Делаем в нем выемку, чтобы было похоже на зрачок. Затем накладываем верхнее веко, стеком корректируем по форме. В некоторых местах долепливаем глину, а в каких-то наоборот срезаем лишнее. Накладываем нижнее веко, также корректируем по форме. Теперь проходимся по глазу шилом и создаем рельеф. Он напоминает морщины на лице. Далее также шилом немного срезаем глину возле рельефа, тем самым создавая эффект округлой поверхности или по-другому складки кожи. Глазик готов, теперь осталось только пройтись кисточкой и добавить гладкости. Добавляем усики нашему сенсею из тонких жгутиков. Как вы уже могли заметить, основное волшебство происходит после заглаживания кисточкой. Так вот, усики мы тоже смачиваем кисточкой. Сенсей готов. Осталось только сделать блюдечки под два наших горшочка. Для этого раскатываем глину, прикладываем форму и вырезаем ножиком круг. И смотрим, чтобы наши горшочки могли спокойно встать в блюдце. После этого вручную подгибаем краешки. Ура! Изделия готовы! Впереди их ждут обжиги и покраска. Поставьте лайк этому видео и напишите приятный комментарий. А также, друзья, если вы хотите оформить какой-либо заказ на изделие, которое вам нравится, не стесняйтесь, обязательно пишите мне ВКонтакте или в Инстаграме. Все ссылочки я оставила в описании к этому ролику. До новых встреч! Пока!